парни, дайте бит. Момент. И вот я только что тут записал свои новые текста. Тут только что сидела Ализа на лба 3 икса. 80 лет она на своей деревне прожила. Она удивленно говорит, что это за фигня. Я ей отвечу, синесяк это Москва. А теперь расскажу про себя, меня зовут К2. Меня скоро узнает вся страна. И живу в Москве. Я очень тяжко, везде жизнь тяжела. И везде все это повторяется. Куда ни взглянешь, едет машина. А там играет звук наганный ляка. Везде наркоманская срака. Но будь уверен, год через 3-4 я также буду качать колонки в каждой машине. Манхелс мечтает заснять меня, но я им скажу, это нет, не для меня. Фоткайте меня на Космополитен. И тогда я буду уже никогда не спускаться в Метрополитен. Сережа зачитал.